запомнилось, что мероприятие очень яркое, очень много людей, очень много друзей, такое классное пространство для нетворкинга, очень классный зал, публика, которая меня слушала. Я только что выступил и очень понравилось. То есть организация в первую очередь классная. А моя задача здесь рассказать про команду, про конвейер инноваций, который Газпромбанк готовит для рынка в этом году. Это в первую очередь сама команда, которая была набрана из профессионалов рынка. Она сосредоточена не только на привлечении, но и на развитии самого бизнеса. Мы добиваемся не менее чем 3 транзакции на каждую точку, на каждую карту в точке. И, конечно же, мы хотим наши платежные формы, которые достаточно сильно опережают рынок, донести до каждого партнера. С нашим стратегическим партнером PaySelection мы идем в рынок. И вот про это я сегодня рассказывал, про то, как мы будем развиваться, в каких отраслях и с какими людьми. Ну, прежде всего, для того, чтобы составить впечатление о себе, посмотреть, что предлагают коллеги по рынку, куда они идут, какие тренды, рассказать о том, куда направляется большой банк, каким образом будет завоевывать рынок и, конечно же, понять, как аудитория, да, реагирует вообще на наши какие-то фокусы. Может быть, мы идем корректно или, может быть, нам стоит чуть-чуть сместиться. Ну, то есть это просто снять погоду, скажем так, на рынке, посмотреть, что происходит. Слушайте, я просто, вот вы меня перехватили, я буквально убежал с переговоров, не могу остановиться. У нас очень большой красивый стенд. Спасибо вам за то, что позволили его прямо вот в том дизайне сделать, как мы хотим. И мои ребята, которые продают, они здесь, они знакомят меня постоянно. Я познакомился с ребятами из Бензубера, из MVideo, из множества разных других компаний. И, конечно же, можно сказать, что это прям классная почва для сделок. Сегодня будет интересно.